Привет всем, это канал Кинописьма, поехали! Раскрыты подробности смерти актера из сериала «Глухарь» Алексея Артамонова. Несколько дней назад его соседи в доме на проспекте Вернадского почувствовали неприятный запах. Один из них позвонил в коммунальную службу, решив, что в подъезде воняет водопровод. В итоге заявление в полицию написал крестник Артамонова Николай Сирин, который не мог дозвониться до родственника. Когда дверь в квартиру актера вскрыли, его тело находилось на кресле. Поблизости не было каких-либо препаратов или алкоголя. Уточняется, что ранее артист не жаловался на здоровье. Также назвали возможную причину смерти. Актер мог скончаться из-за погодных скачков давления. О смерти актера стало известно ранее в среду. Он умер в возрасте 62 лет. Напомню, Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 80-м окончил школу-студию МХАТ. После выпуска до 95 года служил в Центральном академическом театре Советской армии. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.